Иркутяне, избалованные Байкалом, даже в городе стараются почаще отдыхать возле воды. Вот только не все горожане выбирают оборудованные безопасные пляжи. Да и выбирать-то не из чего. По факту, в Иркутске очень мало официальных мест для такого отдыха. Покататься на катамаране и позагорать можно в районе острова Юность и у ледокола Ангара. А вот место для купания одно – это залив Якоби. Только здесь купальная зона огорожена буйками. Дно обследовано водолазами, ежесезонно берутся пробы воды, а на берегу дежурят спасатели. Практически на всей территории пляжа расположены информационные стенды, как видите, которые говорят отдыхающим о правилах первой медицинской помощи при утоплении, а также при оказании первой реанимационной помощи и также правила поведения просто на воде. У нас организованы посты, существуют на пляже якобы две вышки, и каждая из них находится, на каждой из них спасатели, у них есть специальное обмундирование, отдыхающих хватает ежедневно, независимо также от погоды, люди приходят, отдыхают, вот, с разными целями приходят. Кто-то отдохнуть, кто-то позагорать, кто-то может в компании отметить день рождения. И нам приходится обеспечивать их безопасность. На заливе Якоби уже есть платный пляж. И когда еще одну территорию огородили, завезли туда песок и стали пускать всех бесплатно, отдыхающие обрадовались. Наконец-то о них подумали. Но совсем недавно здесь появилась вот такая табличка. В итоге место, где можно отдохнуть бесплатно, стало еще меньше. Маленький клочок земли между платными пляжами, либо вот эти кусты и камни. Поэтому горожанам приходится делать выбор. Либо загорать на камнях, либо платить деньги. Если... Как бы на пляже убираются, как бы дно чистят, тогда я могла бы еще отдать деньги. А сколько? Ну вот мы отдавали 100 рублей, но мне кажется, это много. Я считаю, что нет. Почему? Ну, потому что пляж должен быть бесплатным, чтобы все смогли посещать. Если есть необходимость такая у человека, если он хочет, чтобы была убран пляж там, и так далее, то вполне нормально, да. Ну, лично вы готовы платить или сколько, если готовы? Нет, меня устраивает, в принципе, и то, что есть у нас за бесплатно. Нет, конечно. Почему? Ну, как почему? Ну, людям надо отдыхать, я не знаю, платить это уже безумие какое-то. Большинство опрошенных иркутян уверены, платить за место под солнцем несправедливо. А если и находятся готовые заплатить, то сумма это не больше 100 рублей. Разговоры о создании муниципальных бесплатных пляжей ходят уже не один год, но результата и этим летом пока не видно. Хотя в Роспотребнадзоре нас заверили, что подготовка к этому уже идет. В текущем году мы продолжаем проверку мест отдыха, утвержден администрацией города Иркутска. Лабораторным центром ФГУ Центр генэпидемиологии проводятся исследования качества воды водоемов в утвержденных точках. Итоги лабораторных исследований будут обобщены и представлены по итогам месяца. Когда же в итоге пляжи станут благоустроенными и бесплатными, неизвестно. Но кажется, иркутян это не очень заботит. Ни замусоренный берег, ни отсутствие песка, ни грязная вода их не пугают. Как только выдается теплый денек, любое место возле воды на вес золота. Мария Войцешко, Александр Барановский, городской информационный канал «Камертон».